Издавна все называли меня армянином, не особенно догадываясь, где находится та земля, на которой в течение более 2000 лет мои предки, выходцы из страны Урарту, цеплялись за свое культурное наследие вопреки резне и преследованиям, всякий раз надеясь, что этот раз последний. Мой народ, первые в мире христианские, захватчики, устанавливавшие границы сообразно своим амбициям, отдали мою родину под турецкое иго. Обманчивым спокойствием минаретов, приглашавших на молитву, жизнь армян была отмечена как вехами, пирамидами из отрубленных голов. В обжигающих песках пустыни Дерзор, видевшие агонию целого народа, фанатичные орды убивали тела. Но оставались души, оставалась память. Оставался коленопреклоненный поэт, слушающий ветер. Тот ветер Дерзора, который из костей ребенка сделал флейту и в предрассветном покое насвистывал бессмертную песню. Режиссер Анри Верней. В ролях Клаудия Кардинали, Амар Шариф, Натали Руссель, Майрик. Сценарий Анри Верньоя по его роману «Майрик». Изабель Садаян, Жаки Нерсесян. Голос за кадром Ришар Бери. Композитор и дирижер Жан-Клод Петти. Декорации Пьер Дюфруа. Главный оператор Эдмон Ришар. Продюсер Тарак Бен Амар. Сценарий-постановка Анри Верней. Берлин, 15 марта 1921 года. Харденбергштрассе, 11 утра. Сегодня, 2 июня 1921 года, объявляю заседание Берлинского суда присяжных открытым. Напоминаю экспертам и свидетелям этого процесса о важности и нерушимости клятвы. Напоминаю также, что закон предусматривает строгое наказание за дачу ложных показаний, намеренную или нет. Секретарь суда, зачитайте обвинительное заключение. Студент-механик Сагамон Телерян.
родившийся 2 апреля 1897 года в Покарише, проживающий по адресу Шарлоттенбург, Альтенбергштрассе 37, обвиняется в убийстве 15 марта 1921 года бывшего министра внутренних дел Турции Талаат Паши. Преступление совершено умышленно, что подпадает под статью 211 Уголовного кодекса Германии. Подсудимый, встаньте! Сагамон Тайлырян, ответьте словами «да» или «нет» на вопрос, виновны ли вы в совершении предумышленного преступления. Нет, я не считаю себя виновным, ибо совесть моя чиста. Я убил человека, но я не убийца. Хорошо, садитесь. Приступим к опросу свидетелей. Мадам Элизабет Дитман, проживающая по Альтенбергштрассе 37, вы клянетесь перед Господом говорить только правду и ничего, кроме правды? Клянусь. Расскажите присяжным, что знаете. Я была квартирной хозяйкой этого молодого человека в момент... На момент событий. Это был приятный молодой человек, очень корректный. Спокойный, очень аккуратный, он сам делал уборку. Утром в день убийства... То есть, я хочу сказать, утром 15 марта... Моя горничная сказала, что молодой человек плакал у себя в комнате и пил коньяк. Я подумала, что у него, возможно, кто-то умер. Николя Эссен, коммерсант из Шарлоттенбурга. Мы вас слушаем. Когда я рванулся к обвиняемому, чтобы его арестовать, я тут же спросил его, почему он его убил. Он ответил, я армянин, он турок. Германию это не касается. Лола Беленсон, учительница. Я дала господину Тайлыряну несколько уроков немецкого. Было видно, что этот мальчик страдает морально. У него всегда было ужасно печальное лицо. Мадам Беленсон, называл ли он причины своей печали? Только однажды. Он сказал, что у него больше нет родины, что всех его родных убили. Он никогда не говорил вам о Талаат Паше? Никогда. Хорошо. Благодарю вас, мадам. Господин председатель, стоит уточнить для присяжных, что министр внутренних дел Турции Талаат Паша был приговорен к смерти военным трибуналом своей страны 5 июля 1919 года за преступление против человечности. Он сбежал, прихватив из казны 10 тысяч лир золотом. Скрывался в Берлине под вымышленным именем Салибея. Хочу указать благородному защитнику, что он ошибся процессом. Сегодня мы судим не Талаат Пашу, а его убийцу Сагамона Тайлыряна. Господин прокурор, уверяю вас, я не ошибся процессом. Но в этом суде я докажу вам, что вы ошиблись убийцей. Господин председатель, еще до судебных прений позвольте мне осветить факты. Господа присяжные, в июне 1915 года, всего 6 лет назад, человек, которого вы будете сегодня судить, за каких-то несколько секунд увидел, как череп его старшего брата раскололся под ударом топора. Как мать его рухнула прямо перед ним, получив пулю в лицо. Сагамон Тайлырян, бледный от ужаса и парализованный невыносимым зрелищем, услышал вопли своих младших сестер, 14 и 16 лет, которых турецкие жандармы тащили в сторону, в кусты. А затем и сам он рухнул, залитый кровью, не ведая, чья она, его или его убитого младшего брата. Вокруг него только сотни истерзанных и оскверненных тел, женщин, детей и стариков. Господа присяжные, одна женщина, случайно выжившая в этой смертельной бойне, уцелевшая в резне, чудовищность которой не укладывается в воображении, выступит здесь свидетелем. Послушайте ее внимательно. Меня зовут Кристина Терзибашьян. Я родилась в Эрзуруме. Наша депортация началась в июле 1915 года. Четырьмя конвоями. Сколько человек было в вашем конвое? 500 семей, то есть 7-8 тысяч человек. В моей семье был 21 человек. Я была свидетелем смерти своих родных, кроме трех, которым удалось избежать резни. Как случилась эта резня, в которой погибли ваши родные? Когда мы прибыли в Малатью,
Нас отвели на гору, и мужчин отделили от женщин. Но каждая из этих двух групп могла видеть, что происходит с другой. Все мужчины были убиты ударами топора и сброшены в реку. Расскажите присяжным, что они сделали с женщинами. Когда наступила ночь, жандармы выбрали себе по самой красивой женщине, самой молодой. Тех, что сопротивлялись и отказывались подчиняться, протыкали штыками и четвертовали. Не пощадили даже беременных женщин. Турки вспарывали им животы и вырезали детей. Это ужасно, чудовищно. Мадам, вы подтверждаете, что были очевидцем этой невероятной и ужасающей сцены? Клянусь, господин председатель, одна из моих сестер была в числе тех беременных женщин. Суд благодарит вас, мадам. Доктор Йоханнес Лептус, вы немец и автор исчерпывающего доклада о бойне в Армении. Этот доклад был засекречен до конца войны из-за немецко-турецкого альянса. Просим вас ограничиться в ваших показаниях ответом на вопрос. Ужасы, описанные нам как резня 1915 года, они в общих чертах так и происходили? И личные испытания, перенесенные обвиняемым, можно ли им верить? Господин председатель, такие рассказы с реалистическими и пережитыми подробностями существуют сотнями. Они были опубликованы в немецких, английских и американских журналах, и факты эти неоспоримы. Только такие зверские методы, кажущиеся невероятными в 20 веке, позволили туркам уничтожить более 1 миллиона человек за такое короткое время. Депортация армян происходила по решению турецких властей. Она была проведена в апреле 1915 года под руководством Талаат Паши, министра внутренних дел, и Анвер Паши, министра обороны. Господин председатель, могу ли я спросить у свидетеля, не были ли причины этой бойни религиозного порядка? Это было скорее спекуляцией на религии, поскольку главные руководители, Талаат, Анвер, Джемаль и Назим, все были атеистами. Их химерической идеей было создание обширной исламской турецкой империи. С уничтожением всего, что не было чисто турецким. Верно. Кстати, ключевое слово содержится в отданном Талаат Пашой приказе. Цель депортации — небытие. То есть такой пункт назначения, откуда не возвращаются. Господа присяжные заседатели, 1,5 миллиона непогребенных тел вдоль дорог на Харпут, Зейтун, Трабзон или Дер-Зор взывают сегодня к вам, к вашей душе и совести, чтобы вы ответили на этот единственный вопрос. Виновен ли Сагамон Телерян в убийстве Талаат Паши? В этот самый момент остатки убитого народа, разбросанные по всему свету, по случайным пристанищам, пристально смотрят на вас. И через 1000 лет, господа присяжные заседатели, будут говорить о приговоре, вынесенном вами.
Рик заболела? Нет, это не болезнь Изады, это просто морская болезнь. На твердой земле она проходит. Ну что с Телоиряном? Его осудили или оправдали? Не могу вам сказать, господин Захарян. Это немецкая газета, но я по-немецки не бельмеса. Ты что, не можешь заголовок прочитать? Найн? Значит, нет. Но что нет? Я не знаю. Есть тут кто-то, говорящий по-немецки? Нет. Нет. Агоп! Забен! Мы были на одном корабле. Ну да, но я плыву дальше. Ты выбрал Францию, это окончательно? Да, окончательно. А ты? Я еду в Венесуэлу. У тебя есть там родственники, друзья? Нет. Нет, я там никого не знаю. Просто красивое название страны для холостяка. Звучит как имя женщины. Венесуэла! Агоп! Там тебя спрашивает какой-то мужчина. Ждет тебя за оградой порта. Хорошо, иду. Счастливо тебе. Кар, я писал наугад. Не думал, что ты получишь мое письмо. Уже неделю, каждое утро я прихожу встречать ваш пароход. А мне каждый раз говорили, не раньше, чем через день-два. А вчера ночью у меня было предчувствие. Не знаю почему, но я знал, что это случится сегодня. Скажи, Абкар, Телоиряна оправдали. Тут никто не говорит по-немецки. Его оправдали, единогласно. Слушайте меня все! Телоиряна оправдали! Телоиряна оправдали! Я так рад, что ты здесь, Абкар. Знаешь, ты совсем не изменился. Это правда, господин Агоп. Особенно, если не двигаться. Ладно, жду вас на выходе. Закаряна Гоп. Да, мсье. Закаряна Ракси. Урожденная Булудян. Закаряна Зад. Сына Гопа и Аракси Закарянов. Анна и Гаяне Булудян. Это мои сестры, мсье. Мое первое настоящее воспоминание детства — вот эта самая печать, которая зависла в воздухе. Лица моих матери, отца и двух теток, обращенные к этому предмету, подчеркивали важность его падения на наши документы. Лицо без гражданства. Thank you.
зарешоченного окна мой отец обменял свой золотой на пачку истрепанной грязной бумаги и несколько тусклых монет. Его первая покупка была для меня – рожок с мороженым, который обманул мои ожидания. Мы во Франции. Воспитанный человек не станет лизать мороженое языком. Идите сюда скорее. Вот так. Вот так. Увидите, это будет сувенир на добрую память. Продаю одежду! Только незаметно. Пойди взгляни на витрину. Скажи мне, что я ошиблась. Это невероятно. Это правда, что я видела? Да, более чем. Что видела, то и есть. Ладно, идемте. Мы сняли квартиру. Азат, пошли. Азат! Иду, иду! Послушайте, месье, тут вам не казарма. И сколько же вас в этой семье? Мой муж, мой сын и две мои сестры, мадам. Но месье, который приходил, о сестрах ничего не говорил. Ведь так, месье? Но я не знал, что они тоже приедут. Извините. О, я была бы готова всех извинить, но пока мне это... Тут выходит 5 квартирантов вместо 3. Держите. Эта доплата возместит вам ущерб, мадам. Заметьте, я просто хочу быть в курсе того, что тут происходит. Если вас 5, значит, вас не 3. Теперь, когда я знаю, проблем нет. Договоримся в конце месяца. Конечно. Поднимайтесь. Это 5-й этаж. Ну вот, дамы и господа. Идите взгляните на кухню. Кухню вы будете делить с жильцами напротив. Но исключительно, чтобы готовить, ясно? А здесь туалет на весь этаж. Продаю улитки. Большие, маленькие.
Улитки! Фелисьена! Я сейчас спущусь. Покупайте улитки. Это продавщица улиток. Какой ужас. Я был как вы, но уверяю вас, это очень-очень вкусно. Скажи, Абкар, там, где ты работаешь, есть места? Наверняка. Я работаю на сахарорафинадном заводе в Сен-Луи. Почему вы спрашиваете? Для себя. Там вам не место, господин Агоп. Особенно в цеху, куда берут. Закарян и сыновья – самый крупный судовладелец Мраморного моря. Вам это не подойдет. А что мне подойдет? Послушай меня, Абкар. Главная болезнь беженца – ностальгия по тому, что он потерял. Начинается она со слов жалости, рвущих душу, тянущих его в прошлое, напоминая о том, кем он был и кем стал. Ностальгия – это роскошь художника. Нам же нужны слова, помогающие жить. Поэтому завтра, когда ты пойдешь на свой завод, я пойду с тобой. Немедленно вернись за стол. Мама, а что такое армянин? Я сказала, вернись домой. Ничего, они не все такие. Расскажи, Абкар, о Марселе. Марсель – большой город в сравнении с тем, откуда мы. Потому-то тут есть все. И хорошее, и не очень. Откройте мне, Абкар. Жильцы из квартиры напротив ужинают на кухне. Я не решилась их беспокоить. Но они видели тебя с блюдом? Не знаю. Наверное, видели. Я довольно долго стояла в дверях. Просто сделали вид, что не видят. Квартирная хозяйка ведь сказала, что кухней мы пользуемся по очереди и только для готовки. Да, есть мы должны в своих комнатах. Тогда я не понимаю. Извините, господа, будьте добры. Сиди и не двигайся, поняла? Не будет он тут командовать, мы пока еще во Франции. Не заводись, успокойся. Успокоюсь, если захочу. А кому тут не нравится, пусть убираются. Пусть едут, откуда приехали, ясно? Нищенствовать из-за того, что нечего есть, это ужасно. Но когда нечего есть из-за того, что нельзя приготовить, кажется, ничего глупее я еще не видел. Просить милостыню огнем. Жальтесь, дамы и господа, у вас не найдется немного плиты, один кусочек печки. Кусочек плиты. Думаю, именно это зародило в нас мысль о булочной. Простите, месье. Будьте добры. Вы не согласитесь поставить это блюдо в уголок своей печки? У нас не на чем его приготовить. Первая дверь справа. Ждите меня в коридоре, я вам открою. Спасибо. Всего в нескольких этажах от враждебной Франции мы открыли для себя Францию сердечную и кусочек дружбы в пекарне Бушнера. Азад. Еще кусочек. Нет, спасибо. Только этот. Смотри, какой нежный. Растает во рту, как масло. Я больше не хочу есть, тетя Анна. Я вижу. Никто не хочет. Вы почти не притронулись к этой бараньей ноге. Невкусно? Восхитительно, мадемуазель Анна.
Когда эту ногу доставали из печи, покрытую коричневой корочкой с розовым мясом внутри, окруженную печеной картошкой, с помидорами и перцем, подрумяненными на масле, я думал, что съел бы все один. Но не лезет. Пойдем, подышим воздухом. Скажи, Абкар, в депортации ты был с моими братьями? Да, господин Агоп, я был с ними. Вы оказались правы в то утро на выходе из церкви. Когда глашатай объявил всем армянским мужчинам явиться на следующее утро в жандармерию, вы сказали, надо немедленно бежать, не оплакивая то, что мы тут оставляем. Ваши братья, Арам, Миран и Альник, остались, чтобы спасти имущество Закаряна и сыновей. Они потеряли и имущество, и жизнь. К счастью, у вас остается кусочек семьи. Кофе готов. Пойдем, тебе пора спать. Так хорошо снова быть с вами. От отца к сыну мы всегда работали на Закарянов, и вы никогда не давали нам почувствовать, что вы хозяева. Не говори глупостей. Скажите, Абкар, вы знали сына господина Папазяна? Доктора Вазгена Папазяна из Парижа. О-ля-ля, мне ли его не знать? Он замечательно держался. Он был с нами в утро понедельника, когда всех созвали. Нас было 4-5 тысяч у жандармерии, во главе с нашим старым епископом Сиропе. Нам сказали, что речь идет о небольшом перемещении населения по причине военной опасности. Нам обещали собрать по городу тележки за 200 лир с головы. Те, у кого они были, платили за тех, у кого их не было. Когда по прошествии 2 часов мы стали требовать эти тележки, жандармы подняли нас на смех. День за днем мы шагали под палящим солнцем в пыли, без еды и без питья. По дороге нам встречались конвои из Харпута, Урфы, Измира, Аназарба и Трабзона. Они шли отовсюду. Их были тысячи. В Теване мы проходили мимо сотен и сотен обезглавленных трупов. Командующий турецкими войсками платил по 600 лир за каждую армянскую голову. Но самым невыносимым были вопли детей. Турецкие жандармы связывали их подвое и сбрасывали со скалы в Евфрат. И вопли матерей, терявших рассудок. Там была одна обезумевшая от боли мать, которая танцевала, танцевала, танцевала. А что стало с отцом Сиропе? Чтобы унизить, турецкие жандармы раздели его. Этот старик с пышной белой бородой был прекрасен, шагая совершенно голым.
поначалу мы думали, что высшие власти не знали, чему нас подвергают, и что все наши беды исходили от охраняющих нас жандармов. Поэтому, когда губернатор Джевдет Бей проезжал мимо нашего конвоя, я начал кричать: «Джевдет Бей! Отпустите его! Кто ты? Чего ты хочешь?» «Меня зовут Абкар, ваше превосходительство. Я хотел бы с почтением... Я хочу, чтобы вы знали, что нас убивают! Нас было тысячи и тысячи! Теперь нас всего несколько сотен, бессильных, со сбитыми в кровь ногами!» «Дайте Абкару ботинки, которым с носу нет!» «А остальным, ваше превосходительство?» «Мы покажем им твои. Если моделям понравится, мы сделаем им такие же». «Спасибо, ваше превосходительство». Нет. Нет. Прекратите! Прекратите! Подкованного как скотину. Турецкие жандармы отвели меня в мой конвой. При каждом шаге будто тысячи иголок пронзали мое сердце. Но в то же время нечто более сильное заставляло меня жить. Желание рассказать, что я видел ад. Из нашего конвоя несколько тысяч депортированных, в живых они оставили всего около сотни человек, чтобы доказать иностранным консульствам, что это было простое перемещение населения. Последним городом, который мы проходили, был город Алеп. За Алепом была пустыня и смерть от жажды. Я вижу огромную гладь воды. Это обман зрения. Называется мираж. Когда мечтаешь о воде, рано или поздно эту воду увидишь. Но это только кажется. Я хочу есть не меньше, чем пить. Однако я не вижу зажаренных барашков, даже кажущихся. Говорю вам, это вода. Слушайте меня внимательно, геуры! Эта вода принадлежит нашим друзьям-курдам! Они готовы вам ее продать! Кто хочет ее пить, платит по 100 лир с человека! Вы прекрасно знаете, что у нас ничего не осталось. Вы забрали у нас все. Но та вода не принадлежит ни курдам, ни туркам. Эта вода принадлежит всем. Потому что эта вода с неба. Так что послушайте, господин офицер. Меня зовут Вазген Папазян. Я доктор медицины в университете Парижа. И как врач, который должен оказывать помощь любому человеку в опасности, я приказываю этим людям пить эту дождевую воду.
Мое тело тоже изнывало от жажды. Я мог бы выпить целое море вместе с рыбами, но чтобы избежать смерти, я прикинулся мертвым. Я, должно быть, походил на труп, который даже не стоит обыскивать. Долго оставался неподвижным, глядя на невыносимое. На глаза вашего брата Арама. Его глаза, которые я так часто видел смеющимися. Его глаза, которые словно говорили: «За что я умер?» Сколько времени оставался я в той груде трупов? Меня подобрал проходивший там караван. Это тоже были турки. Или курды, только другие. Из всех, кто там был, вернулся я один. Я ни на что уже не годный. С таким изломанным организмом, что не знаю, сколько еще протяну. Моей мечтой было вернуться с этой дороги смерти и рассказать людям, что один человек может сделать с другим. В тот вечер Абкар со своим скорбным лицом вдруг вырвал меня из мира сказочных фей и шалостей. Я внезапно понял, что тот призрачный корабль, который должен был однажды привести на моих двух старших братьев и сестру, был лишь спасительной ложью, призванной отстрочить мое горе. Чтобы обмануть смерть, моя семья разделилась надвое. Мы случайно выжили, остальные пали под саблями в жгучих песках пустыни. Так что в тот вечер я навсегда расстался с детством. До свидания. До свидания. Здесь их тоже полно. А, да. Осторожно. Да они тут повсюду. Не разбудите малыша. Посмотрите там, сзади. У тебя сзади тоже есть. Что тут такое? Мы не хотели тебя будить. Не волнуйся, это ерунда. Что это, папа? Это клопы. Их нельзя ни в коем случае давить, а то останутся красные пятна на постели и жуткий запах. Они опасны? Вовсе нет. Просто они очень противные, потому что выползают только ночью. Им нужна только кожа человека. А днем они отсиживаются в щелях, в стенах и в стыках мебели. Вон, вон, смотри, папа. Но их же не миллионы. Когда мы их всех перебьем, все закончится? Нет, их не миллионы. Но они откладывают яйца сотнями и размножаются. Только решишь, что их больше нет, как они снова появляются. Тогда надо пожаловаться даме, которой мы платим за комнату. Ни в коем случае, а то она скажет, что это армянские клопы, которых мы привезли с собой. Стекольщик! 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 Ну, красавица, что вы хотите? 5 яиц, 250 грамм масла и 1 килограмм картошки. Ах, у меня такие свежие яйца, сегодняшние. Можете даже приготовить их всмятку. Простите, мадам, мы иностранцы. Какая самая большая школа в Марселе? Это для моего сына.
О, в Марселе полно школ. Уж этого тут хватает. Зависит, что вы собираетесь изучать. На улице Сильвабель есть коммунальная школа. Малышня учится там 12 лет до получения аттестата. А чтобы назвать вам самую большую... Погодите-ка. Эй, Фернан! Фернан, ты здесь? Да, здесь, я сплю. Я просто хочу тебя спросить, что бы ты ответил на вопрос, какая самая большая школа в Марселе? Я бы ответил «Колледж Сент-Илер». «Колледж Сент-Илер». Естественно, он лучший. Это хорошее место. Я тоже о нем подумала, но решила, что вам не подойдет. Не знаю, сколько он стоит, но точно знаю, что недешево. А вот коммунальная школа или лицей бесплатные, ну или почти. О, Тереза, сын Мерсье ведь ходит в колледж Сент-Илер? Да. Вы случайно не знаете, сколько стоит эта школа? О, такое с поварихой не обсуждают. Ну, когда я иногда забираю вечерами их сына, перед школой можно увидеть меха, машины, шоферов и нянек. Сразу видно, что это не благотворительное учреждение. А, кстати, я знаю, кто вам может рассказать. Господин Дюк, аптекарь. Его племянник Себастьян ходит в этот колледж. Колледж Сент-Илер. Подготовка к выпускным экзаменам. Религиозное образование. Господин Гюг, первоклассный аптекарь, рассказывал про колледж Сент-Илер во франках по четвертям. Эти цифры для меня ничего не значили. Деньги сводились для меня к 8 пуговицам на мамином платье, каждая из которых скрывала золотую монету. Одну она оторвала на причале, когда мы прибыли в Марсель, а вторую вчера после обеда, чтобы устроить для нас кухонный уголок подальше от нашего рычащего соседа. Если я правильно понял, есть школы платные, а есть бесплатные. Да. Мне кажется, если бы бесплатные школы были так уж хороши, никто бы не ходил в платные. Я тоже склоняюсь к мнению Анны. Потому что бесплатные школы — это как образование из благодеяния, как благотворительная организация для неимущих. А вообще-то у нас нет права быть очень требовательными. Я вот знаю, что я бы не сомневалась. Я отправила бы его в колледж, раз это самое лучшее. Гаяны. Ты знаешь, сколько стоит это, как ты говоришь, самое лучшее? Нет, мы этого пока не знаем. И тем лучше. На наши решения не должны влиять второстепенные вещи. Агуб, мы все хотим, чтобы наш Азад ходил в колледж Сент-Илер. Но ты должен помнить, что то, что ты называешь второстепенными вещами, это цена по четвертям и без учета школьных принадлежностей. Я хотел пойти в уборную. Ну так иди. Ты думаешь, он все слышал? Конечно, он же был за ширмой. Колледж Сент-Элер стал навязчивой идеей моей семьи. Мои же амбиции были на уровне переодевания летчика, водителя трамвая или шофера лимузина. Мне было 7 лет, и Моцартом я не был. Я сопровождал Майрит, Анну и Гайене в их длительных походах по торговым улицам города. Мои три мамы высматривали в витринах только объявления, предлагавшие работу. Но каждый раз требовалось что-нибудь особенное. Требовались кассирши, но они должны были быть опытными. Требовались счетоводы, но квалифицированные. Более чем ограниченный гардероб Майрик, Анны и Гайене исключал для них места продавщиц, где требовалось прекрасно выглядеть.
Я вспоминаю витрину одного большого магазина, где подвижные манекены, имитирующие человеческое тело идеальных пропорций, пытались убедить прохожих с более щедрыми формами, что им будет обеспечен такой же силуэт. Но надпись «Говорим по-английски» на центральной витрине который раз привела в уныние мою троицу матерей. И тут у дома 4 по улице Рувьер произошло чудо. Объявление было достаточно расплывчатым, и тем нам и подошло. Требуются работницы на дому. Смотрите, работницы во множественном числе. Значит, им нужно несколько. А на дому, значит, мы трое сможем работать дома. Зайди, Аракси. Зайти? Да. Здравствуйте, месье. Здравствуйте, мадам. Я по поводу объявления на витрине. Вы белошвейка? Нас 3 сестры. Если вы дадите нам модель, обещаем вам выполнить работу один в один. Входите, мадам. Закройте дверь. Спасибо. Последовавшие за этим минуты показались мне бесконечными. Столько лет прошло, а я все еще помню полные отчаяния взгляды тети Анны и тети Гайене, для которых история семейства Закарян слилась с историей Земли, переставшей вращаться, пока они ждали мою маму, которая все никак не выходила. Когда дверь сорочечной наконец-то открылась, Майрик держала в руках пакет, которого у нее не было, когда она входила. Он тебе доверил? Да, да, да. Это великолепно. Я ничего не забыла с той самой ночи. При каждом моем пробуждении от укусов клопов я возвращался в нашу жалкую клетушку и к трем ее призракам. Марик, Анна и Гайне. 3 мои святые Марии с пальцами исколотыми иголкой, заменявшей 1000 стежков швейной машинки, которой у них не было. Они никогда не узнают этого господина CHE, чьи инициалы вышивали слева на груди. Почему меня водят сюда каждый день? Чтобы немного сменить обстановку. Как будто у тебя маленькие каникулы. Скажи, Марик, а почему Абкар больше не приходит? Он уехал в горы лечить свои легкие. А ты помнишь, тетя Анна всегда мыла его кофейную чашку почти кипятком, а однажды... Даже сказала, что ей не нравится, как он кашляет. Держи, иди купи себе что-нибудь. Нет, спасибо. Я ничего не хочу. Уже гораздо позже я узнал, что у Абкара был туберкулез. Это слово старались не произносить или произносить очень тихо, словно чтобы не заразиться. Это была постыдная болезнь, потому что в те времена врачи не умели ее лечить. Хочешь взять на прокат велосипед? На полчаса, например. Сразу видно, что ты не видела, сколько это стоит. А сколько это стоит? 2,75 франка в час. Ничего страшного. Обметаю на 25 больше, вот и все. Не думаю, что велосипеды дают за обметанные петли. Нет, мы обметываем петли для ателье, которые нам платят. А уже с деньгами можно делать все, что захочешь. Можно заплатить за хлеб, за мясо, за прокат велосипеда. Это никого не касается. Кстати, мы даже можем записать тебя в колледж Сент-Илер. Ты рад? Да, очень рад. Поскольку требовалось 20 петель, обметанных вручную, за полчаса проката велосипеда, с того самого дня, я стал оценивать вещи в 10, 100, 1000 или в 10 тысяч петель.
Я почти не спал в ту ночь перед началом школьных занятий. Накануне вечером я тайком выбросил в наше мусорное ведро весь хлам моих наивных игрушек той поры. В то утро я прислушивался, испытывая легкое головокружение, к звукам проезжавших мусорных машин, увозящих с бытовым мусором то, что мешало мне вырасти. Азад! Я помню этот поцелуй. Кажется, я немного сократил его, потому что отец кололся и пах потом. Я не догадывался, что за лицом этого бледного человека с глубокими морщинами и смешками под глазами стояла длинная ночь на заводе по двойному тарифу ради маленького кусочка колледжа Сент-Илер. Колледж Сент-Илер. Иди, Азад. Мы надеемся на тебя. Я знал, что все так и будет. Чтобы поднять меня до уровня моих будущих товарищей, меня одели в настоящую шотландскую шерсть и первосортную кожу. Но от моей элегантности попахивало самозванством. Мои товарищи в вещах из хлопка и в подкованных ботинках могли себе позволить дерзость носить менее качественную одежду, не подвергая сомнению свой социальный статус. Нет, не сюда. Я держу это место для Александра. Он сейчас придет. Садитесь. Надеюсь, каникулы прошли хорошо? Да, мадам. И вы готовы к новому учебному году? Да, мадам. Отлично, начнем с переклички. Александр Пажес. Здесь. Арно Режис. Здесь. Раймон Мерсье. Здесь. Фредерик Шабо. Здесь. Винсент Фабр. Здесь. Сине-бело-красные имена шли не в алфавитном порядке, так что мое имя могло явиться в любой момент. Марк Фушар. Здесь. Ксавье Дельфур. Здесь. Франсуа Жунье. Здесь. Пьер Бонифе. Здесь. Тома Бонифе. Здесь. Паскаля Гастини. Здесь. Ну вот, это наверняка я. Закарян. Азад Закарян. Здесь, мадам. А в Азад Закарян что является именем? Азад, мадам. Через З? Да, мадам. А Закарян тоже через З? Да, мадам. Садитесь, Закарян. А ведь имя, вызывавшее у них смех, было самым прекрасным в мире. Азад в моей стране означает «свободный». И армяне сделали из него имя.
Замолчите! Тишина! Шабо! Жонье! Пьер Бонифе! Тома! Сикар! Пьерон! Я сказал Пьерон! Вотье! Турат! Верон! Сантини! Мизар! Кезен! Флоран! Тессер! Моя единственная заслуга в том, что я понял с самого первого дня. Меня никогда не примут в этот клуб знатных отпуск. И тогда, глядя на это неприступное школьное товарищество, я отступился от попыток им понравиться. Я научился жить, воздерживаясь от дружбы. У тебя отлично получилось, Анна. Ну, рассказывай. Я получил 18 из 20 баллов по естествознанию. Уже? 18 из 20? Но как? Это же был твой первый день. У вас не было ни упражнений, ни уроков на дом. Мы изучали насекомых, и учительница спросила, кто может назвать мне кусачие насекомые. И поскольку все молчали, я сказал: клопы. Ты же не сказал, что они есть у тебя дома? Да нет, я сделал вид, что вычитал в книге. В естествознании эти клопы называются Симекс лектулариус. Никогда не думала, что клопов изучают в школе. Скажи, Азат, а как у тебя с одноклассниками? Отвечая на этот вопрос, я солгал. Солгал, скрыв гнусную правду. Так легко обмануть тех, кто хочет верить. В тот вечер отец уходил на свою ночную смену с радостным лицом, гордясь сыном, который только что влился в высшее общество города. В течение последующих 5 лет я решил отказаться от перемен, чтобы ограничить свои отношения с дорогими одноклассниками исключительно соседством по парте. И постепенно я полюбил тишину своего класса в отсутствии турбулентности. Аббат Пиньон не понравился мне с первого же своего появления. Он двигался, уткнувшись носом в свой молитвенник, настолько прикованный к тексту, что казалось, он оторван от мира живых. На пути, усеянном камнями, его ноги лавировали очень ловко, по идеально выверенной синусоиде, чтобы всякий раз избегать препятствий. Читал ли он свой молитвенник или все-таки следил за ногами? Я выбрал очевидное. Он делает вид, что читает, а сам смотрит себе под ноги. Я верую в Святой Дух, в Святую Католическую Церковь, в Святое Причастие, в отпущение грехов. Я не любил аббата Пиньона, но и он отвечал мне тем же, приговорив меня к персональному аду на 5-6 рядов позади других. Иисус Христос основал на земле католическую церковь, сказав святому Петру: «Твое имя значит камень, и на этом камне я построю свою церковь». Режис. Можно ли спастись вне нашей святой католической апостольской и римской церкви? Никто не может спастись вне католической церкви. Мсье! Пажес! А какой церкви принадлежит Закарян, мсье? Сегодня-то я знаю, что мне надо было ответить. Я принадлежу к той церкви, которая за 17 лет до римлян построила на руинах языческих храмов первый в мире собор Вечмиадзини, чье название звучит как «Аллилуйя» и означает «Спустился Сын Божий». Что мне надо было ответить перед лицом этого судилища, требовавшего подтверждения моего христианства.
Раз вы хотите знать, из какой я церкви, я скажу вам. Я из той церкви, где никогда не говорят плохо о других церквях. Довольно. Здесь я преподаю закон Божий. Мы тут не в Армении. И вообще вон из класса. Моя дерзость начала пульсировать у меня в голове. Весь день я ждал, что услышу вещи и фразы «Закарян к директору». Но в тот день ничего не случилось, как и в последующие дни. Все делали вид, что ничего не произошло, игнорируя также и мое систематическое отсутствие на уроках аббата Пиньона. Гораздо позже я прочел у Бернаноса «Недалекий священник безобразен». В течение следующих лет все делали вид, что у нас великое школьное братство, включая меня всякий раз в фотоклассы в конце года. Закарян, идите сюда. Что касается успехов в учебе, я честно входил в первую восьмерку, что представляло собой то преимущество, что не вызывало ненужной зависти. Внимание! В тот самый год мне, при условии держаться правого тротуара улицы Парадис, разрешили самому возвращаться из школы. Милые мои, Бог с нами. Вот увидите. Мадемуазель Грене заслуживает счастья. А наш дорогой Гарбиз будет таким хорошим мужем, что это дело у нас выгорит, уверяю вас. Я всегда приношу удачу в таких делах, только не тяните с ответом, чтобы я успела предупредить этого юношу, который приедет из Валанса. Это все-таки не ближний свет. Храни Господь этих детей. И, как у нас говорят, да состарятся они на одной подушке. Сколько раз я слышал это восточное пожелание по поводу брака. Но никогда не мог понять, почему Господь должен следить за этой неприятной обязанностью делить одну подушку в общей спальне. Азад, дорогуша. Здравствуйте, мадам. Господи, какая радость. Я так грустила, что уйду, так тебя и не поцеловав. Сердце от радости так и заходится. Чувствуешь, как бьется сердце? Огромная студенистая масса ее обвисшей большой груди служила преградой на пути к биению ее сердца, покрытого жиром. Да, мадам, я чувствую. Господи, я чуть не забыла главное. Мадам Аракси, мадемуазель Анна, вы здесь? Да. Мы здесь, мадам Такун. Я забыла оставить вам фотографию Гарбиса. Этот юноша, само собой, не в курсе моего вмешательства. Это будет нашим с вами секретом. На, Азад, передай твоей маме. Так мне не придется снова подниматься. В том возрасте свадьба заключалась для меня в раздаче миндаля в сахарной оболочке, голубого или розового цвета, в прозрачных пакетиках. А тут я обнаружил, что это драже сопровождается недопустимым вторжением мужчины из Валанса, который нарушит равновесие моей троицы матерей. Не нравится мне это, мадам Такун. С этой ее слащавой листью, буквально липнущей к коже, так и хочется вымыть руки. Мне тоже не нравится, но замуж предлагают не за нее. Вы интригуете с этой свадьбой, потому что не решаетесь мне сказать, что я лишняя в этом доме. Хорошо, я уеду. Но для этого мне совсем не нужен муж. Посмотри на нашу Анну. Посмотри внимательно. На ее седые волосы и ее самоотречение. Счастливую страдалицу, которая не вышла замуж, чтобы вырастить своих сестер. Потому что она поклялась в этом нашей матери перед ее смертью. Ты же никому ничего не должна. А сама идешь по пути Анны. Мы обгрызем твою жизнь, женщины, пока ты готовишь себе годы сожалений впоследствии. Поэтому я говорю тебе, Гаене, встреться с этим юношей. И если он тебе понравится, уходи. Уходи скорее. Пока еще не поздно. Да я и так очень счастлива. Не стоит придумывать беды там, где их нет. В Марселе шел снег. Такой снег, какого на памяти марсельцев не было как минимум лет 40. Открой рот, покажи язык.
Скажи «а». Так, повернись. Ложись. Дыши. Дыши глубже. Еще. Скажи 33. 33. 33, 33. 33, 33. 33, 33. Покашляй. Дамы, если бы я мог слушать по одной груди за раз, мне бы это очень помогло. Простите, простите. Покашляй, мой мальчик. Все хорошо, малыш. Какая у меня температура? 38 с чем-то. Мои три мамы жульничали с моей температурой. То мне объявляли 38 и чуть больше, то не совсем 39, чтобы не говорить почти 40. А что говорит доктор? Доктор говорит, что ты выздоравливаешь. Неправда. Как это неправда? Неправда, потому что в нашем доме, когда выздоравливают, выздоравливают все. А у вас пока у всех физиономии, как у больных. Ладно, поспи. Каждый час обжигающие припарки. Итак, 24 часа в сутки. Доктор Филибер настаивал на их обязательности и днем, и ночью. В те времена это был единственный способ справиться с моей болезнью, плевритом, в самой худшей форме. Говорят, бывают плевриты сухие. Но наш плеврит еще и серофибринозный. Что это значит? Это значит, что в легких собирается жидкость. Ее может набраться до 2 литров. И в какой-то момент ее придется откачивать шприцем. Если не высушить эту жидкость, жаром припарок. Мы ее высушим, Аракси. Высушим. Мой плеврит стал их плевритом. Это в их легких собиралась жидкость, которую они пытались поглотить жаром припарок. Майрик, Анна и Гайене. Все мои мамы, все три переплелись в своей нежности ко мне. Сегодня я знаю, что мы любили друг друга с рождения. Доктор сказал на грани терпения. Ну вот, а это как раз вытерпеть невозможно. Это только поначалу так кажется, а потом ты привыкнешь. Смотри, терпеть можно. Конечно, рука терпит. Но грудь, это же не то же самое. Смотри. Даже щеке не больно.
Из неосознанного детского эгоизма все 300 последующих припарок я требовал проверять на щеках Гайне, как гарантию терпимости. Однажды вечером доктор Филибер пришел с другим доктором, с доктором Шарло. Несмотря на его смешное имя, я сразу понял, что он пришел для отсасывания воды из моих легких большим шприцем. Вы будете меня сегодня колоть? С чего ты взял, что мы пришли для этого? Из-за конструктора, который сегодня принесла мне моя мама. На 3 месяца раньше. Это должен был быть мой подарок на Рождество. А еще мой папа впервые не пошел на завод. Знаешь, малыш, придется тебе вернуть твой конструктор. И знаешь почему? Да, знаю. Потому что укола не будет. Вот как. Ты знал, что мы пришли тебя колоть? Ты знаешь, что колоть не будем. Ты все знаешь. Да нет, не все. Но когда вы начинали простукивать мою спину, с больной стороны звук был глухой, а со здоровой пустой. А сегодня звук одинаково пустой с обеих сторон. Так, может быть, я выздоровел? О, да, ты выздоровел. Я помню их лица в тот вечер. Маму с потухшими глазами, тетю Анну со спутанными волосами, которых не касалась расческа, пока я болел. Гайне с несчастным лицом, сожженным моими припарками. И папу, здорово состарившегося. Все они словно бы вышли из музея восковых фигур. Оторвавшись от реальности, они не осознавали, что я выздоровел. Врачи всегда рады победе над болезнью, но без вашего упорства я бы не справился. Это ваша победа. Вы вернули его издалека. Через пару дней я вернусь, чтобы поставить этого юношу на ноги. А пока давайте ему эти укрепляющие средства, а припарки больше не нужны. Моя болезнь задержала знакомство моей тети Гайне с кандидатом в будущие мужья. С махом мадам Такуи предложила ежегодный благотворительный бал для нашего знакомства со своим протеже, слесарем из Валанса. Наша Гайне пошла на это важное свидание с лицом, еще хранившим следы моих обжигающих припарок, и в слишком свободном платье, скрывавшем ее формы. Дорогие мои, мы так рады провести этот день с вами. Знаете, что произошло с нашим дорогим Горбисом? Его только что назначили мастером в его мастерской. С большой прибавкой к жалованию, естественно. Он специализируется на замках Невсы. На замках, названий которых я никак не запомню. Скажи сам, Горбис. На невскрываемых замках! И что же это за замки? Это колоссальный прогресс! Не хуже, чем электрический звонок, сменивший старые дверные молотки наших бабушек. Господин Вазген, входите. Держите, мадмуазель Гайне. Это для Азада на будущее, с моими наилучшими пожеланиями. А это вам. О, господин Вазген, не стоило, нет повода.
Нет никакого повода. Книги всегда дарят без повода. В знак дружбы. Держите. Ладно, в знак дружбы. Большое спасибо. Ги де Мопассан. Жизнь. Книга, это так красиво. Будто пахнет Францией. О чем она? О любви. О смерти. Так это печальная история. Это прекрасная книга. Печальная. Эти замки используются прежде всего для дверей квартир на лестничной площадке. Система закрывания состоит из стержня, который находится на уровне головки при открытом замке и выпрыгивает под действием ключа при закрытом замке. Ключ, вставляемый через прорезь замка, при поворотном движении упирается в канавку, удерживаемую специальным механизмом, и поднимает ее, чтобы освободить стержень. Когда движение завершено, канавка возвращается на свое место на вторую зарубку на стержне. Так что бесполезно дергать ключ, поскольку цилиндр расходится, и ключ проходит через жестяную деталь, называемую корзинка. Потанцуем? Большое спасибо, но я не умею танцевать. Даже чуть-чуть? О-ля-ля, еще меньше. Ничего страшного. Я скоро вернусь. Спасибо, Анна. Нам надо пойти поприветствовать друзей, которых мы давно не видели. До скорого. Гарбис за наш стол так и не вернулся. Мадам Такуи мы больше не видели. Продолжение этого знакомства не последовало. Человек из Валанса предпочел, несомненно, другую. Что же касается Гайене, я всегда считал, что она желала именно такой развязки. Надеюсь, теперь ко мне перестанут с этим приставать. И Гайене осталась барышней. Гайене, моя взрослая барышня, которая постепенно со временем померкла и стушевалась. За исключением одного раза, много времени спустя, ее лицо зарделось целомудренной краской, когда она рассказывала мне о книге, читанной и перечитанной, и о некоем докторе Вазгене Папазяне, сгинувшем на дорогах геноцида. Мадам Антарам. Чтобы выпить кофе Галустяна, приходили очень издалека. На самом деле шли, чтобы им предсказывали будущее. Господин Атамян, который учился в Париже, говорил мне, что вы были Нострадамусом на кофейной гуще. Это преувеличение. Антарам, у тебя была очень высокая репутация. Потому что помнили те случаи, когда я угадывала верно, и забывали, когда то, что я предсказывала, не сбывалось. Вот, мадам Антарам. Спасибо. В жизни своей не видела в одной чашке столько потрясений. И за такое короткое время. Раз, два, три. Вас ждет как минимум три перемены. Хорошие перемены или плохие? Хорошие. Очень-очень хорошие. Три знака читаются отчетливо. Вот. Один, два, три. Старая мадам Антарам предсказала все верно. В один и тот же год мы сначала сменили жилье. Всем известно, что вышивая вручную петли по 10 сантимов за петлю, можно сколотить состояние. Вот так нам и удалось снять мастерскую в доме номер 168. Этот прогресс от дома 109 к дому 168 в более славную сторону нашей улицы и написанное на двери имя нашего отца представляли для меня вершину успеха. Пошив сорочек.
Азад! Давай свою тарелку. Чем хороша наша металлическая дверь? Вся улица знает, когда мы ложимся и когда встаем. Я перепробовал все возможные масла и смазки. Жалюзи проржавели изнутри. Они, наверное, и до нас скрипели, так что люди уже привыкли. Ты сегодня не идешь на завод? Папа больше не будет ходить на завод. Ты заболел? Я никогда не чувствовал себя так хорошо. Я бросил сахар, чтобы заняться сорочками. А ты сумеешь? Я уже 3 года занимаюсь проймами. Каждый раз Анна их переделывала, стоило мне отвернуться. Я всегда делал вид, что не замечаю. Но однажды она перестала их переделывать. Так что у меня есть диплом от тети Анны. Мой отец больше не будет ходить по ночам на завод. Наконец-то у нас будет одинаковый распорядок дня. Это было второе предсказание старой мадам Антарам. Грета Гарбо, королева Кристина. Третье потрясение, объявленное кофейной гущей, произошло у кинотеатра «Риальто». Знаешь, сколько раз я видел этот фильм? Нет. 7. Но если хочешь, я посмотрю его с тобой еще раз. Ты видел, сколько это стоит? Не твоя забота. Спасибо, но не надо за меня платить. Кто тут собирается за тебя платить? Я даже за себя заплатить не могу. Иди за мной. Видишь ту дверь внизу? Да. За этой дверью кинозал. Как только начинается фильм, можно войти совершенно незаметно. Пошли. Будете жить со мной в комнате? О, спасибо, я так рад. Ваши стражники могут теперь удалиться? А это что? За этой стеной экран. Это задняя часть динамиков. Расскажи быстренько начало истории. Дело происходит в Швеции очень давно. Посол Испании остановился в снегопад на постоялом дворе. Все комнаты уже заняты. И вот хозяин двора предложил ему разделить комнату с одним молодцом, который снял последнюю комнату. Желаю вам доброй ночи, господа. Я знаю, что сон будет отличный. Эту комнату всегда все хвалили. Комната в хорошем состоянии. Пока еще никто не жаловался, монсеньор. Ну вот, я посвятил в секрет 2-3 приятелей, видимо, они попались. Теперь закрыто на ключ. Ладно, уходим. Раз уж мы будем спать в одной кровати, может, нам стоит познакомиться? Я дон Антонио Хосе Мигель из Прады, граф Пьемонта. Кавалер Святой Римской империи, чрезвычайный посол Его Величества Филиппа, короля Испании, Арагона и Кастилии. Я граф Донна. Ну-ну, граф Донна, сейчас такое будет. Вы не раздеваетесь? Да. Слышишь, он раздевается. Одна шпора. Другая. Первый сапог. Второй. Портупея. Шляпа освобождает длинные волосы. И когда он снимает камзол, оказывается, что это Грета Гарбо, самая красивая женщина в мире. Слушай, как посол удивится. Конечно. Так я и думал. Я предчувствовал. Что-то говорило мне об этом. Ах, жизнь полна чудесных случайностей. И тут он опрокидывает ее на кровать с балдахином и закрывает занавеску. И что, ничего не видно? Глазами не видно. Все видно в твоем воображении. Она
на следующее утро. Послушай, как это красиво. Что вы делаете? Пытаюсь запечатлеть в себе эти образы. Позже моя память будет часто возвращать меня в эту комнату. Вернувшись домой после Гарбо, я просто сказал: «Когда я вырасту, думаю, я займусь кино». Дюжиной слов я только что разрушил все их великие надежды. Здорово, я вас подловил с кино. Это была шутка. Что ж, как видишь, мы смеемся до слез. Чтобы все исправить, я готов был сказать что угодно. Что я и сделал совершенно бессознательно. По правде сказать, я хочу стать инженером ремесленных искусств и судостроения. Инженером? Это прекрасно. Судостроение? Но этот ребенок не умеет плавать. На корабли поднимаются другие, а он их только строит. Но он тоже будет подниматься. Ну, конечно. А но он поднимется на корабль, когда ему будет 20. А до 20 лет? Да какая разница? Замолчите вы, наконец. Азат. Ну-ка, повтори еще раз. После инженера. Инженер ремесленных искусств и судостроения. Этого достаточно. А пока ему только 10. Мой отец слушал это название словно симфонию. Симфонию, которая отняла у меня значительную часть жизни. В следующем октябре я покинул колледж Сент-Элер в обоюдном безразличии. Школа, которая учила престижной профессии инженера, находилась в 5 часах езды на поезде от нашего города. Я сказал: один чемодан. И специально для тети Анны добавил: осторожно, если будут два, я возьму один наугад и поеду. Держи. Тут все. Твои документы, марки, номер телефона аптеки через дорогу. Если тебе что-нибудь будет нужно, звони господину Анзани. Он нам тут же передаст. Что касается денег на карманные расходы, ты знаешь, где взять. Бери сколько нужно. Если мне и вспоминается эта коробка, наш хрупкий сейф с семейными деньгами, то именно из-за этих нескольких простых слов, которые так долго ее сопровождали. «Бери сколько нужно». Майри, с самого детства я не брал больше, чем нужно. Возможно, потому что ты элегантно исчезала, оставляя меня наедине с коробкой и точную сумму денег, в которой не знал никто, так же, как и сумму, которую я брал. Азат, пора идти, если не хотим опоздать на поезд. Поцелуй всех на прощание. Поцелуемся на местный манер или как у нас? Почему? А как тут целуется? Тогда обнимемся, как у нас. Мы обнимались только по большим случаям. По случаю отъезда или возвращения, дня рождения или Рождества. Но это были большие, расточительные объятия, когда каждый впитывал в себя нежность другого. Прощай, тетя Анна. Говори скорее свои напутствия, пока я тебя не обнял. Нет у меня никаких напутствий. Одно могу тебе сказать: не возвращайся слишком худым, потому что потом, чтобы ты набрал свои килограммы,
Скажи-ка, тетя Анна. Да? Эти килограммы ты дала мне в дорогу, чтобы уж наверняка... Что же ты туда положила? Самый минимум. В скольких экземплярах? Я хотела как лучше. Ты сказал нам не больше одного чемодана. И ты положила три чемодана в один. Не ты же его потащишь, а поезд. Но до и после поезда не ты должен его нести, ведь так? Тогда мы понесем его оба по очереди. Пошли. Переступив порог ателье, я сразу понял, что уже ничто никогда не будет как раньше. Я только что порвал с детством, с домом и с моей троицей матерей. Давай, Азат, поторопись! Залезай. Привет, инженер. Это сколько же сорочек вам придется нашить, господин Закарян? Ничего, нашьем, господин Анзани, мы их нашьем. Высшая школа, подготовительные курсы. Естественно, я предпочел бы солнечный день для начала твоих занятий в новой школе. Но погоду не закажешь. Папа, тебе надо идти, если ты не хочешь опоздать на обратный поезд. Да, я ухожу. Чуть не забыл самое главное. Вот. Ты должен менять белье каждый день. В чемодане все, что нужно. Когда я приеду в следующее воскресенье, ты отдашь мне грязное белье, и я привезу его тебе выстиранным и выглаженным в следующее воскресенье. И так далее. И подпись там тетя Анна. Кстати, по поводу тети Анны. Она велела отдать тебе эти горячие пирожки. Горячие они были утром, но холодные они тоже вкусные. Папа, ты не можешь сказать тете Анне, чтобы она немного забыла обо мне? Нет, не могу. Никто не может помешать земле вращаться, солнцу вставать, а дождю идти. Так и с тетей Анной. Ладно. Пока, инженер. И береги себя. Мой отец ничего не забыл, разве что, пожалуй, открыть зонт под тяжелым грозовым дождем, под которым он насквозь промок. Это ты, Закарян? Да, я. Меня зовут Вартанян. Я на четвертом курсе. Его звали Вартанян. Как Закарян. Мы были одного племени. Твой шкафчик, видимо, там. Мне никогда не запихать туда все это. Ничего себе. Бери, какое нравится. Нет, оставь себе. Как-нибудь дашь попробовать. Бери, говорю. Тетя Анна пришлет мне еще. Из лепестков розы. Оно твое. Ужин.
9 июля, конец учебного года. Мне еле удалось перейти на второй курс. Еле инженер — это не профессия. Ты либо инженер, либо нет. Остальное никого не касается. Закарян, в приемную. Я не говорю до следующего года, потому что ты обязательно поступишь. Хотелось бы, да поскорее. Я буду скучать по розовому варенью тети Анны. Я ей передам. И тем хуже для тебя, потому что она тебя им закормит. Ладно, пока. Весь год, в любую погоду, мой отец не пропустил ни одного визита. Каждую неделю он привозил мне чистое свежевыглаженное белье и большой пакет наших фирменных блюд. А потом уходил, согнув спину, счастливый этими короткими встречами, за которые платил 5 часами на поезде туда и столькими же обратно. Абкар, что случилось? Мой папа заболел? Да нет, не заболел твой папа. Он всегда говорит, что ему некогда болеть. У меня было тут одно дело. И я им сказал, раз уж я там все равно буду по важной неотложной причине, я сам привезу вам малыша. А у меня все хорошо, спасибо. Ой, извини, Абкар. Так ты покинул санаторий? Да. Но остаюсь под наблюдением. Но у меня на одно легкое меньше. Я хожу на запасном легком. Но я уже не заразный. А то бы не приехал. Ну ладно, идем. О, оставь это мне. Если ты надорвешься, мне придется переехать в другой город. Пару секунд. Надо немного отдышаться. Видишь, вот когда не хватает второго легкого. Давай я понесу чемодан. Ни за что. Подождут нас чуть дольше, ничего страшного. Знаешь, они никогда этого не скажут, но они по тебе очень скучали. Я тоже по ним скучал. Можно подумать, что ты забрал с собой хорошее настроение. По утрам, когда я заходил в магазин за вашим товаром, не было больше ни смеха, ни песен, только склоненные над работой головы. Ну ладно, пошли. Доставкой на дом. Ладно, я вас оставлю. Останься с нами обедать, Абкар. Не сегодня, господин Агоп. Такие моменты переживают в семейном кругу. Ну ладно, до свидания. Я еще зайду. Тетя Анна! Тетя Анна! Тетя Анна! Тетя Анна, нет? Случилось большое горе, Азад. Наша Анна покинула нас. Покинула нас? И куда она ушла? Мой вопрос был глупый. Тетя Анна никогда никуда не ходила. Думаю, я сказал это, чтобы выиграть время, чтобы отсрочить непоправимое. Оставьте его.
Я изо всех сил надеялся, что никто не придет заключать меня в свои объятия. И особенно, что никто не попытается поцеловать меня в утешение. Они догадались о моих тайных стремлениях. Никто не сделал этих бесполезных жестов. Почему меня не предупредили? Потому что не было смысла снимать тебя с экзаменов в конце года. Ты же знаешь, ей бы это не понравилось. Поэтому ты послал за мной Эпкара? Да. Я не хотел сообщать тебе это в приемной школы. Чем она болела? Она ничем не болела. Однажды вечером она сказала: «Что-то я неважно себя чувствую. Лучше мне пойти прилечь». Но по старой привычке ложиться позже других, она все ходила из комнаты в комнату. Мы решили на следующее утро вызвать к ней доктора. Но когда мы встали, все было кончено. Вот значит, что такое смерть. До этого все ограничивалось болезнями других. Людей, которых я мало знал и которых я больше не вижу. Впервые в жизни смерть стала болью утраты. Мое дерево Анну вырвали с корнем. Туда положила самый минимум. В скольких экземплярах? Я хотела как лучше. Такой была тетя Анна. Она всю свою жизнь делала как лучше для других. А потом как-то вечером она угасла, никого не беспокоя. Она и умерла, как тетя Анна. Чтобы успокоить ужасную боль, иголками раздиравшую мою грудь, я попытался свести эту разлуку к повседневным банальностям. Надо будет написать Вартаняну, сказать ему, что в этом году варенья из роз не будет. Наши блюда уже не будут иметь того же вкуса. Из-за тех трав, которые тетя Анна называла именами, которые я нигде не слыхал. Что там было в этой траве жизни? Где она собирала траву дьявола или траву троицы? Трава ласточки, святая трава и сердечная трава будут хранить свои тайны и свои секреты. Со дна каждой кастрюли поднималось воспоминание о сочном чуде, приправленном соусом любви тети Анны. Да едайте, я уже ела на кухне. А ее наставления, которые так меня сердили. Азад, ну еще кусочек. Азад, ешь медленно. Азад, не забудь свой свитер. Азад, не пей холодного. Во Франции уже 8 месяцев шла война. Война без видимой ярости, без кровавых разрушений. Война «живи и дай жить другим», которую в итоге стали называть «странной войной». Сирены завывали раз в день в конкретный час, в доказательство, что они исправны. И сводки генштаба армии регулярно информировали нас, что на фронте без перемен. Наверху, на севере, в районе Норвика, было какое-то движение, но для людей с юга это были страны, покрытые льдом треть года.
В течение всех этих лет на подготовительных курсах и 4 лет в высшей инженерной школе, сколько раз я радостно спускался по лестнице вокзала Сен-Шарль, идя на встречу со своими. Был июнь 40-го года, учеба моя закончилась. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Мадам Серафек! Что такое? Передайте своему мужу, что завтра я зайду к нему с запасным колесом. Сливки? Всем привет! О, Абкар! Вот, починили. Садись, Абкар. Гаяне, неси тарелку. Только не беспокойтесь, я уже поел. Мне надо срочно идти. Обещал зайти господину Авакяну. А что было с этим радиоприемником? Они продержали его 3 недели. Сказали, что перегорело 2 лампы. Они поменяли 2-3 детали из-за... Не помню, какие технические слова они употребили. Сделали общий техосмотр. Прерываем концерт классической музыки. Ну что, инженер, твои экзамены начинаются 24-го? Помолчите, послушайте, что говорят. После капитуляции Бельгии и вывода английской армии из Дюнкерка, немецкая военная машина разворачивается теперь в сторону сердца Франции со всеми своими 138 дивизиями. Французское правительство эвакуировалось в Бордо. Немцы вошли в Париж, и в настоящий момент вермахт марширует по опустевшим Елисейским полям. Отказавшись вести переговоры с немцами, президент Совета господин Поль Рено подал в отставку. Перед лицом неизбежного разгрома маршал Петен сформировал новый кабинет министров. Этого не может быть. Несут какую-то чушь. Перед тем, как радио сломалось, сводки сообщали, что ничего не происходит. Пока поломку чинили, немцы вошли в Голландию, в Бельгию и вот теперь во Францию. Маршал Петен, глава французского государства, выступит с обращением к нации сегодня вечером в 21:00. Французы! По призыву господина президента республики я беру на себя, начиная с сегодняшнего дня, руководство правительством Франции. Будучи уверенным в доверии всего французского народа, я отдаю Франции всего себя, дабы смягчить ее беды. С тяжелым сердцем я говорю вам сегодня, что нужно прекратить борьбу. Этой ночью я обратился к противнику, чтобы спросить у него, готов ли он искать вместе со мной, как полагается солдатам после борьбы, и честь по чести искать способ положить конец военным действиям. Да сплотятся все французы вокруг правительства, которое я возглавляю, во время этих тяжелых испытаний, и заставят умолкнуть свою тревогу, чтобы подчиняться только своей вере в судьбу своей родины. В этот вечер в доме 168 по улице Парадис плакали от грусти из-за поражения. А еще в какой-то мере плакали от радости из-за того, что сын не уйдет на войну. Стекольщик! Стекольщик! По-прежнему ничего? Он сказал, что списки прошедших вывесят к 14 часам. 14 может быть как 13:45, так и 14:30. Пока всего 14:10. Нет смысла нервничать. Он же сказал вам, как только узнаю результаты, я брошусь к телефону и позвоню господину Анзани, который, кстати, с минуты на минуту выйдет и крикнет: «Господин Закарян, телефон!» Если только его телефон не сломался. С чего-то ему ломаться, телефону? Потому что бывает, что телефоны ломаются. И не говорят, почему ломаются. Просто не звонят, и все. Куда ты пошел? Сниму трубку. Если слышны гудки, значит, он не сломан.
Наконец-то! Азад, все в порядке? Позже скажу. Через одну минуту 50 секунд 40 секунд 30 секунд я смогу сказать: «Алло, господин Анзани, передайте моему отцу, что у меня получилось». Но действительно ли я видел свое имя в списках? Или изо всех сил, желая верить в это, я, возможно, просто поверил, что оно там было? Жетон для телефона и пиво, пожалуйста. Спасибо. Простите. Не уходите. Вы мне совсем не мешаете. Вы счастливы? Вы сдали экзамен? Откуда вы знаете? Достаточно было на вас посмотреть. Разочарование, радость, обманутые надежды. Все написано у вас на лицах. Ее звали Мадлен. В ней было обветшалое очарование старого шелка. Пока я ждал, когда освободится телефон, она успела рассказать мне, какую музыку любит, какие романы предпочитает и какие фильмы ей нравятся. Клиенты сменялись в кабине, пока неумолкавшая Мадлен бередила пепел своего одинокого сердца, а я не осмеливался ее прервать. И вдруг она сказала мне: «Знаете, все не так просто. Я живу совсем одна». Это было очередное признание, но она тут же добавила: «Видите, я вам доверяю». А это было уже приглашением. Извините меня на минутку. Мне только нужно позвонить. Нет, верните эти деньги. Да ладно, не будьте ребенком. Стакан пива за успех — это же не подарок, это знак дружбы. У вас есть справочник телефонов Марселя? Не можем же мы иметь справочники всех городов Франции. Все детство и юность я жил под грузом старой восточной целомудренности, исключавшей все, что связано с сексом. О нем никогда не говорили. Запретов не было, но я соблюдал эти условности. От стыда, что меня видит девушка, у меня горело лицо. И даже в этом городе, где я никого не знал, мне казалось, что все догадываются, что мы собираемся делать. Я не слишком быстро хожу? Нет, нет, ничуть. Нет, нет, мне это всегда говорят: «Мадлен, ты слишком широко шагаешь». Я помню, она жила в проезде Кордельер.
Будучи неосведомленным о меблированных комнатах и специфических гостиницах, я до сих пор удовлетворял мои вполне естественные желания скоротечными объятиями в ночи у подъездов домов, в темных уголках тупиков между двумя фонарями. Эти удовольствия нарушались открывшейся дверью или неожиданно появившимся прохожим. Что же вы стоите? Садитесь. Впервые в жизни мне предстояло узнать настоящую спальню с настоящей кроватью, медленно раздевающуюся женщину и дверь, которую можно закрыть на ключ. Вы пьете что-нибудь? Портвейн? Нет, спасибо. Совсем чуть-чуть? Правда, не нужно. Спасибо. Знаете, не надо меня осуждать. Я впервые принимаю у себя молодого человека. Вы ведь верите мне, правда? Конечно. Такие вещи чувствуются. На самом деле я чувствовал тяжелый запах пищи, готовившейся в комнате, которую пытались прогнать, поджигая духи. Но пахло все еще и тем, и другим. Я даже не знаю твоего имени. Меня зовут Жан-Поль. Настоящее мое имя вызвало бы шквал вопросов, которые я знал наизусть. Азад, как мило. А что это означает? Из какой страны? А где находится Армения? И тогда пришлось бы изложить 2500 лет истории. А я пришел сюда не за этим. О-ля-ля, 8 часов. Простите, господин Анзани, я и не заметил, что из-за меня вы не закрываете магазин. Да, это не важно, господин Закарян. Закроемся позднее обычного, вот и все. Не стоит. Он не позвонит. Возможно, у него не было времени позвонить. Может, он уже спокойно сидит в своем поезде. Его поезд уже давно прибыл. Думаю, он просто не сдал. Вот он и не решился позвонить и сказать: «Господин Анзани, передайте отцу, что я не получил диплом». О, он вернется. Только и не знаю, во сколько. А в это время его мама и тетя места себе не находят. Впрочем, и я тоже. Ладно. Извините за беспокойство, господин Анзани. Не за что, господин Закарян. Уже уходишь? Да, нужно. Иначе опоздаю на поезд. Я думаю, Мадлен прежде всего была крайне растрогана. Грусть по утраченной молодости струилась из ее глаз. А хрупкость макияжа, напротив, заставляла проявиться зрелость моей партнерши. До скорого. Мадлен прекрасно знала, что это «до скорого» означало «никогда». Ничего страшного!
У тебя получится в следующем году. У меня получилось, папа. Я не мог позвонить, опоздал на поезд. Потом объясню. Но мне удалось. А мы никогда и не волновались за твой успех. Ничуть. Даже вопросов не возникало. Но ты же знаешь своих маму и тетю. Стоит опоздать на 5 минут, как они сразу представляют себе автомобильную аварию, сталкивающиеся поезда. У них в головах одни катастрофы. Пошли, успокоим их. Разумеется. Мы были уверены, что ты будешь в списках, но когда ты там точно есть, это как-то надежнее. Я хотел сказать тебе, что сегодня вечером ты сделал нам отличный подарок. Все получилось! Они приехали! Он сдал! Роза! Сын Закаряна сдал! Ладно. Теперь вижу, вы успокоились, так что я вас покину. Но я вовсе и не волновался. Я знал, что все будет хорошо. Нет, твой отец совсем не волновался. Но будь у него оливки там, где я думаю, мы получили бы масло на всю зиму. Что меня в тебе очаровывает, Абкар, так это та элегантность, с которой ты обо всем рассказываешь. Знаю. Оставайся на ужин. Куда ты пошел? На завод. У меня-то нет сына инженера, который подкинул бы мне миллион другой. Мы почти ничего не ели. Да нет, папа, ели. Просто нас четверо. А вы наготовили на 15 человек. Это правда. Внимание, тишина. Откуда и сколько лет у нас эта бутылка? Это могла бы нам сказать только твоя бедная тетя Анна. Она берегла ее для торжественного случая. Если бы она была с нами, уверена, она открыла бы ее именно сегодня. Осторожно, Агов. Отверни бутылку. Если пробка выскочит, то разобьет все лампы. Не знаю, что они носятся со своим шампанским. Это невозможно пить. Что происходит? Что вы там прячете? Это небольшой сувенир от нас троих. Носи его на счастье. Не может быть. Может, может, это настоящее золото. Нет, я хотел сказать, это потрясающе. Так красиво. Майрик в мои 20 лет. Я помню этот образ, который меня так поразил. Восхищаясь своим кольцом, я заметил, что ты не носила своего, того старомодного обручального кольца, с которым никогда не расставалась. Исчезло кольцо из пальца моего отца. В тот вечер я узнал цену своего перстня с печатью. Мы так боялись, что оно тебе не понравится.
Слова застревали у меня в горле. И тогда, чтобы нарушить тишину моей глупой стыдливости, из-за панического страха показаться манерным, я принялся вальсировать и кружиться до головокружения. Я помню этот бал моих 20 лет, когда на время одного вальса мы забыли о войне. Луна, безразличная к требованиям безопасности, освещала город запретным светом. Я помню этот кусок золота с моими инициалами, который сейчас оттягивает мой палец несколькими тоннами любви. Майрик Анна Гайене. Мои мамы. И ты, мой отец, мой старый солдат трудных лет. Я помню, как счастливы мы были от того, что мы вместе на этой улице Парадис, обещавший нам вечность. Хотя каждый ваш седой волос уже предвещал похороны весны.